Мы в переходе. Оказывается, везде есть люди, которые играют в переходах. Здесь тоже вот мужчина поет. Железнодорожный вокзал. Много-много магазинчиков. Сувенирные. Пресса. Отправление. Сдохло там табло. Здесь магазин лайма, да. Что тут у нас еще есть? Полиция, информация, туалет. А где в кассе? Я не вижу. А вот билет касс. Сейчас мы в кассе. Три года уговор. А там вот круизный лайнер стоит, да? Это в Швецию лайнер. Таллинг называется. А, это их, да? В Швецию есть. А вот это что это за пересечение? Билет стоит €50. Ребенку до 6 лет. Ехали в центр, идем на море. Ну, как всегда, нагрузились. Не знаю, люди налегке приходят, а у нас баклажки с водой. Теплая одежда. Это я вижу, какой тут граффити. Зашли на детскую площадку перед морем полазить детям. Построили там вон такой интересный проход с мостиком. Ну, потом поближе подойдем, посмотрим. Красота. Тут тоже сосны. Но почему-то здесь вот запах сосны прям ощущается. Может, с морским как-то воздухом? Такой мягкий настил. Ой, ноги прям проваливаются. Вау, какая дорожка интересная. А это что, всем можно проходить? Ал, ты тоже? Ты тоже? А чё? А чё? Молодец, ну. Осторожно, девчонки. А, я думала, ты до конца. Нет, я Санёк посадил. Куда? Иди, иди, иди. Держись сама. Сама держись, иди. Давай, ты со мной. Иди, иди, иди. Здесь ты не упадешь. Здесь, если будешь держаться, не упадешь. Вот здесь. Покатать тут можно детям. Да, много. В гамаке полежать. Вот прям мечта полежать. И мы на море. Ну, как всегда, мы не можем обойти детскую площадку стороной. Карабкаемся. Воздух прям дышится легко-легко. Чувствую запах моря. Сегодня день, когда мы увидим море. Вика его будет видеть первый раз. Кусты черники. О, ягодки тоже есть уже. И что-то мелкие очень. Не знаю, может, потому что сухо было. Так, что у нас здесь? Душевая и туалет, по-моему. Не знаю.
платно или бесплатно? Вход бесплатный. Идем дальше смотреть, что тут мороженое продают. Выглядят дома отдыха. Здесь вот частный сектор, а это вот дома отдыха. Деревянные домики. Красивого салатового цвета. Можно взять на прокат. Вот. Земной шар. Глобус. Юрмала. Ищут. Где мы находимся? Вот здесь как раз показаны апартаменты, которые сдаются. Так. Здесь 75 евро. В сутки, что ли? Так. Это в сутки. Ну, выглядит красиво. Вот такой домик. 450. А это эксклюзивный построенный дом с большим бассейном. Вот такой. 2100. Посмотрите, сколько людей гуляет по центральной улице. Вот лавочка. Все люди с янтарем. Изделия ручной работы. Какая красота. Котики тоже с надписями. Кафе. Можно покушать детям сладкую вату. Здесь детские игрушки. Магазинчик. Там вот петушок. Какой большой. Что? А, да, очень большой. Возле петушка? Что-то нету желающих пообедать. Будешь? Да, девчонки, да. Будешь? Знаете, я чуть-чуть вас... Идем. Сделай ручки. Давай. Работы. Сумочки. Кто? А, лен, ты говоришь. Это чистый лен. Ручная работа. Да, красиво. Красиво. Ой, а, тут тоже еще. Это Саш, хочешь спроси? А, тут не надо спрашивать, тут цена есть, можешь посмотреть. Я тебе так могу сказать. Вот они. А вот это яблоко тебе не понравилось, которое мы в этом фикс-прайсе видели? Слушай, я вообще удивилась, что оно у вас есть в фикс-прайсе. Да? Да. Но это я не помню, какие они. Ты так быстро прошлась. А я не помню, какой у тебя, потому что у тебя тоже какое-то вот наподобие было. Где кто? Ничего не, не наклеено. Ну, это, наверное, эксклюзив. Это да, не да, да, да. Антиквар. Ладно, да, пошли. Да, мне тоже так кажется. А там один котик я видела. Нет, тетя Алла хотела такого кафе. Много-много сладостей. Это не горки, мам. Нет, нет.
дочь, аккуратнее. Тетя, руку давай. Обмен валюты. Вот тут тоже. Ручная работа. Подушечки, наволочки. Много-много янтаря. Из дерева. Сувениры. О, какие оригинальные. Висят котики, вороны, собачки. Погода чудесная. Не знаю, как будет возле моря, но пока мне нравится. Галерея. Покажи место, где посидеть. Все, я тебя сфотографировала. Можешь слазить. Ира, смотри, где он. Где выпуск? Здесь. Руку дай, тетя. А какой зонтик красивый. Ой, какой котик отдыхающий. Что ты хотела сказать? Нет, зачем, Датюль? Да я с ней. Как ее звать в концертном зале за Интера? Кто тут выступает? Интер с Буссой. Музыка, кино. Солод концерт. Юрмальский фестиваль. Так, что тут наши нашли? Ага, вот. Узбекский ресторан. Называется Узбекистан. Ага. Ну, надо же. Интересно. Что здесь дают? Плов, шашлык, бешбармак. Шурпа. Есть. Чучвара. Я хочу попробовать, как здесь Сок, готовят этот. Плов. Хочу попробовать кукси. Кукси? Да. Что будем? Чем вы будете? Решили поддержать. Не вижу пока. Вот вкушим. Право, вторая дверь. Пошли. О, поют. Вторая дверь. Тоже красивый домик. Мама, какой праздник у тебя? Не говори. Круто! У меня вообще-то не два, а три. О-о-о! Вот тоже можно арендовать апартаменты в Юрмале. Красивый дом.
Самый крутой отель это Балтик Бич. Отель. Но да, он, как с этой стороны, он выглядит богаче.